перед Новым годом я получила травму, перелом. Мне сделали операцию, и, естественно, после операции у меня была большая дисфункция руки. Я не поднимать ее, не разгинать ничего не могла, были дикие боли. Вот, поэтому решила обратиться за реабилитацией в ваш центр. Ну, конечно, раньше я не могла ни разогнуть руку, ни выпрямить ее прямо, ни поднять ее вверх. Сейчас, как видите, я спокойно ее поднимаю. Конечно, и в домашних делах я уже могу дотянуться до верхних полок, поднять кастрюлю, ребенка двумя руками. Это, конечно, я вижу улучшение состояния своей руки. Ну, специалист у меня Дмитрий Олегович, я очень довольна им, он очень приятный и именно как человек, и как специалист, он мягко подобрал мне технику, методику, и за короткое время, считаем мы с ним 3,5 месяца всего, и у нас очень большой результат. Мы движемся в хорошем темпе, и надеюсь, что реабилитация у меня займет не так много времени, как ставил Дмитрий Олегович, потому что все хорошо идет. Ну, первый совет, конечно, начать реабилитацию как можно скорее, не затягивать с этим, потому что даже месяц может дать регресс, грубо говоря, и хуже состояние. Вот, а в вашем центре, я даже тут советую, не знаю, все специалисты очень хорошие. В любом случае, можно найти здесь специалиста под себя. Главное прийти на консультацию, получить грамотные рекомендации, начать заниматься. Самое главное – это начать заниматься. Хоп, утоп.